Всем привет! Сегодня будет очередной обзор канцелярии. И так как за эту неделю пришло очень много канцелярских товаров, я решила разделить их пополам. В этом обзоре будет все бумажное, во втором обзоре будут ручки. Итак, поехали! Сегодня у меня будут вот такие вот интересные стикеры. Кленовые листочки, очень интересные. Стоят они недорого. Весьма занятная штука для записочек, ну или даже для оформления чего-нибудь. Например, какого-нибудь школьного праздника. Вот такие стикеры-бабочки я уже показывала, поэтому тоже много говорить о них не буду. Уже показывала. Вот такие вот наклейки-бабочки я заказывала в магазине сразу три. Просила продавца, чтобы он не складывал пополам, потому что читала в отзывах, что кому-то приехали они свернутые пополам. Он послушал меня, не свернул пополам, но по дороге загнулся вот здесь угол. И вот эти вот бабочки угловые помялись. Попросила продавца частичный возврат. Он пошел мне навстречу, сделал частичный возврат. Бабочки эти прозрачные, то есть, как вы можете видеть... Они на пленочке, они не бумажные, это пленочка, и они прозрачные. Очень интересно клеить на стекла, ну или вообще куда вам будет угодно. И там еще есть вот такие вот миленькие боженькие коровки. Далее очередные скотчи. Много разных скотчей. Вот такие скотчи-лапки. Я просто сразу покажу, что у меня тут на бумажке. Вот такие вот цветы. Лапки вообще покупала за копейки, давала ссылку в группе ВКонтакте, кто успел, тот купил. Сейчас продавец продает их оптом, по-моему, по 10 вот таких вот намоточек, рулончиков. Вот такие вот нежнейшие ромашки, ну и мои любимые кленовые листочки. Приехал второй рулончик, очень-очень мне безумно нравятся кленовые листики. Так, вот такие вот наклейки. Наклейки в морском стиле. Честно говоря, даже их не считала. Огромное количество наклеек в морском стиле. Вот в одной коробочке такой. Одна коробочка стоила 10 рублей. Тоже давала ссылку в группе ВКонтакте. Кто успел, тот купил. Кто не успел, у продавца уже этого товара нет в наличии. Я заказала 3. Но, в принципе, они все одинаковые. Просто показываю и говорю еще раз, что заходите в группу ВКонтакте. Время от времени я выкладываю что-нибудь недорогое. И потом этого, к сожалению, не оказывается у продавца в магазине. Так, это я уже показала. Вот так вот были скотчи, ромашки упакованы. Вот такие мини-крошечные блокнотики. Вот такие вот они, крохотульки. По-моему, если мне память не изменяет, они по 5 рублей за штуку. У меня заказано 5 штук. Все приехали, все с разными обложками. Вот такие вот простые блокнотики. Просто с белыми листочками. Если для кого-то обзор канцелярский, это куча хлама, то для у кого у девочки есть, у кого есть дети, которые занимаются каким-то рукоделием, это не куча хлама, а куча нужных вещей. Вот такие вот стикеры-закладки котятки. Прикольная вещь. У меня ребенок в дневнике делает закладки. В тетрадках делает закладки. Очень удобная штука. Приклеили. И вот такой вот приветик торчит из дневника, или из тетрадки, или из учебника. Вот такая вот прикольная штука. Стоят тоже вот эти котятки какие-то там копейки. Естественно, все ссылочки внизу в описании есть. И вот такие вот наклейки-марочки очередные. Там тоже куплены за какие-то копейки. Я их уже тоже показывала, поэтому много заострять внимание не буду. Собственно, на этом сегодня все. Все ссылочки в описании. Удачных вам покупок. Пока-пока.